Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами мастер-класс Татьяна Щепкина. И я вам представляю мой новый проект. Это кукла Золушка. Она сделана из синельной проволоки и в то же время немножко такое своеобразное у нее исполнение, потому что здесь головка из капрона и немножко будем лепить туфельки из фарфора. И я считаю, что это очень хорошее занятие, потому что лепка несложная, но можно будет приучаться. И так вот навыки, вернее, приобретать, которые всегда помогут. Итак, вот такую куклу Золушку мы сейчас сделаем. Саму куколку мы уже сделали, а сейчас продолжим ее оформлять. И получается вот такая вот куколка.